Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Polar Vantage V3. И сейчас я покажу вам, как добавить будильник. Итак, свайпаем вниз и нажимаем на значок будильника. Далее выбираем повтор сигнала либо однократно, либо с понедельника по пятницу, либо каждый день. Я выберу однократно, и теперь мы выбираем время. И нажимаем на кнопочку центральную. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.